Сегодня же новый руководитель предприятия «Промтрактор Промлит» Юрий Костромичев познакомился с трудовым коллективом. «Промтрактор Промлит» – один из самых современных литейных цехов в России. Предприятие представлено 5 производственными цехами. Здесь выпускают литые заготовки и детали для тракторов, продукцию для российских железных дорог, для нужд метрополитена, систем водоснабжения, специализированного подвижного состава. В планах производство изделий для дробильно-сортировочного оборудования, горнодобывающей и карьерной техники. Дело за кадрами. В начале июня к нам с предложениями заполнить 237 свободных вакансий вышло руководство «Промтрактора Промлит». Мы в очень короткие сроки заключили соглашение по всем видам активной политики. Буквально на сегодняшний день нам удалось трудоустроить больше 50 человек, из них больше 30 человек по направлению центра занятости. Сегодня мы имеем ответственную политику правительства Чувашской Республики, мы видим энергетику, высокий профессионализм генерального директора, ну и мы со своей стороны, как центр занятости, готовы всегда помогать и пользуясь случаем, обращаемся. Идите на этот завод. Завод живой, устремлен в будущее. Всего до конца года на заводе «Промтрактор Промлит» готовы трудоустроить более 1000 человек. Нам нужны люди рабочих специальностей, инженеры, инженерно-технических специальностей и всех остальных для обеспечения работоспособности завода. На сегодняшний день зарплата на заводе выплачивается вовремя. Не вижу проблем с выплатой ее в дальнейшем. Будут работать люди, будет сдаваться продукция, будут деньги. Заказов вполне достаточно для всего этого выполнения. Правительству республики мы благодарны. У нас провелись неоднократные переговоры. Они знают наши проблемы, они знают наши заботы и оказывают всевозможную помощь. До конца 2018 года планируется увеличение товарной продукции до 4 миллиардов рублей. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.